«Славянка» расширяет производство. Теперь фабрика будет одевать врачей с головы до ног. Кроме защитных масок, выпустят комбинезоны, бахилы и нашлемники. Планируют отшивать по 1000 костюмов в сутки. Об этом директор швейной фабрики сообщил на встрече с Леонидом Зайцем и Александром Субботиным. Председатель Могилевского облисполкома приехал в Бобруйск поставить новые задачи. Магазины, аптеки и больницы, завод биотехнологий и «Славянка» должны снабдить по максимуму. Надо сохранить всех медработников здоровыми, для того, чтобы было кому работать с населением. А для наших граждан Могилевской области, мы сейчас организовываем производство масок, антисептических средств, для того, чтобы это было в любой аптеке в нужных количествах. «Славянка» – крупнейший поставщик масок в области. Каждый день здесь отгружают по 200 тысяч штук. 30 тысяч отправляют в больницы и поликлиники города. Остальные – на аптечные прилавки Могилевщины. Пятислойные марлевые повязки здесь стали шить только на этой неделе. Уходит на ее изготовление приблизительно 1,5 минуты. Однако хватит многоразового изделия приблизительно на месяц. Наши работники прикладывают максимально все возможные ресурсы для того, чтобы выполнить повышенные задачи по объемам производства защитных масок. Все субботы рабочие. Кроме того, люди приходят раньше на работу, уходят позже. Каждый чувствует ответственность перед страной. Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц поручил в ближайшее время увеличить объемы и темпы, чтобы подставить плечо и другим регионам страны. На предприятии пообещали не подвести. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск 360.